have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки. С вами Оладушки. Привет. Здорово. Всем здравствуйте. Сегодня мы с вами отправимся в космос в компании таких отважных парней, но раз вы уже много раз видели сам полет в космос, предлагаю встретиться уже на самой станции, оттуда на Луну и оттуда, видимо, на Марс, как нам подсказали в комментариях. Большое спасибо, поэтому встретимся уже на месте. Итак, мы находимся на МКС. Вроде всем составом нам повезло, мы все попали на одну маршрутную ракету. Вот тут у нас вроде как посадка на лунный модуль, но мы решили чуточку еще пошататься по станции. А я все еще жду. Вот, контролировать. Ой, вот так можно руку контролировать. Ну да. А мы на темной стороне находимся, прикиньте. Эй, вы где? Вы что, уже ушли? Нет. Я в прошлый раз, когда здесь был, я был на светлой стороне, а сейчас на улице темно. Так, ну что, пробуем на Луну? Я иду пробовать. Как мне выйти из манипулятора? Ага, я. Пилотское кресло? Зимон. Все, вперед. Я оказался в какой-то заднице, погодите. Как? Я сел. Как на Луну? Мне, пожалуйста... Ребят, вы сели? Вас двое тут? Да. Блин, а что, двухместный, что ли? Я внизу. Нет, я тоже тут. А, ну мы все здесь, все. Стой. А, тебе места не хватает. А я где? Ань, почему меня нету? Почему меня не видно? Погоди, вы тут с нами. Нас четверо, все нормально, да. Вы на Луну едете, точно? Да. Да, наверное. Хорошо, поехали. И в темноту попали. Вот реально. А у вас тоже темно? Твой аватар плохо видно. У нас все плохо видно. Мы на темной стороне оказались в этот раз. Смотри, света двигателя падает на МКС. Ага. Очень, кстати, классно сделали. Damn boy. Ну что ж, по идее мы движемся в правильном направлении. Вот третью серию записываю по этой игре. Первый раз я попал на темную сторону. Всегда как-то и прошлая заставка была такая светлая, потому что я фоткал станцию снаружи, она была очень красивая, светлая. Сейчас прям так жутенько, что ли. Фоткаешь ее от вида движка. Главное, прицельство там не спеть. Я сегодня собираюсь фоткать Марс, поэтому полетели. Марс собираешься фоткать? Я понимаю, как это прозвучало. У меня нет шапочки из фольги, не надо. Второй Илон Маск. Вау. Посмотрите на двигатель прямо сзади. Лепит сзади, если смотреть прямо на двигатель. Минус так глаза, но красиво. Мне глаза на двигатель посмотрел. О, посмотреть на землю, там части блестящие. Угу. Вон там он светится, Южная Корея, не светится Северная Корея. Нам еще 4000. Подожди, а в чем юг? Юмор в том, что в Северной Корее нет электричества. А. Это не шутка, это правда. Жалко у пчелки. Жалко, нельзя чуть-чуть еще отодвинуть так камеру. Выглядит просто бомбезно все это. Причем, что мне не прогружаются некоторые текстуры, я не знаю, почему сегодня так происходит. И на ракете, и здесь, на шаттле, у меня часть текстур не прогружается. Мы просто летим на огромном железном блине таком. 3 дня спустя. Да, через 3 дня. Ну, тут мы, конечно, поголодаем. И... Где мы? Сейчас, подождите. Под нами Луна, если что. Круто.
С этой станции летим на Марс. А где тут? Погоди, так, это на Землю. Смотрите, Роскосмос. А это на Луну. Роскосмоса, посмотрите. А, я не вижу здесь полета на... Так, Return to Earth, это понятно. Pressurized open, это выход в космос. На Землю? А, нет, нам... Не-не-не-не. Вот, вот, на Луну, вот, 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 вот. Это вот на Луну, а на Марс? Погоди, погоди, надо прям сначала на Луну, на Луну. Видимо, прям на Луну, на Луну надо, да, не со станции, мы отсюда не полетим. Давай. Я вот не понимаю, приземлиться на Луну? Покинуть Землю, погодите, покинуть Землю и отправиться на Землю. Что? Ага. Может, зайдем, попробуем, мы там никогда не были. А, ты потом обратно будешь лететь все это? Давай мы на тебе попробуем. Давай. Ведь можно отправиться на Луну, кстати, приземлиться на Луну. Да, я знаю, но на Луну мы приземлялись еще в первой серии, но мы можем попробовать. Слушай, ты уехал? Нет. Нет, я еще не уехал. Пока. Давай, удачи. Ой, да, тут! На Марс можно улететь, заходите, чуваки. Это вот эта дверь? Снимайте костюм, да. Это сейчас самый большой пранк в истории канала сейчас будет, или что? Нет, это не пранк. Идите сюда, надевайте костюм. Куда? Вот давай. Это? Вот... Нет, Лиза. О. Вот сюда? Да, да, там, где мы все. Надевай костюм. И вот сейчас, подожди. Видишь, тут кнопочка вместе? Undock и Leave Earth. Короче, Марс. Где? Все, мы улетаем же вроде. Ready to open, ну, hatch. Разве мы не улетаем? Давай это. Я на Марс иду. Где это? Где ты это увидел? Да, я, короче, внизу, там есть синяя кнопочка, потом у тебя открывается менюшка. Вот синяя кнопочка. Ну? Ты. Ready to open, ну, сейчас. Я не могу, ты... У тебя должна потом менюшка открыться такая, где буду показывать. Сюда провалиться. Так, это нужно зайти сюда и стабилизировать давление. Но это выглядит как выход в открытый космос, а не как полет на Марс. Слушайте, я приземляюсь на Марс. Пока лузер. То есть все, ты уже там? Да. Я сейчас иду приземляюсь на Марс. Вот такой пропускайте. Undock and leave Earth? Вот это что ли? Попробуй тыкнуть. Ты шутишь? Куда? Реально, попробуйте кто-то. В этот люк? Ты в этот люк залез? Или как ты улетел? Я в общем-то нажал на эту синюю кнопочку, у меня появилась менюшка, куда полететь. Ну синяя кнопочка... Синяя кнопочка была, наверное, с другой стороны. Подожди. Марс, да. И можно еще куда-то. Церес? Блин, что это, ребята? Это не блин. Давайте сначала. Ну, ребята, которая внизу капсула или... Нет, у вас сверху зеленая кнопка, зеленая. Когда вы находитесь сверху зеленая кнопка такая. Марс, да? Да. Ребят, я уже что на Марсе. Здорово, парни. Блин, офигеть. А, мы честно, такой немножко огромный бандурин летим. А, ну да, туда же сколько дней лететь-то, если не лет, погодите. Нет, дней. Дней. Или. Нет, туда же 3 года. 2-3 года лететь. Я не помню. Вопрос. Мы же сейчас сидим на вот штуке, у которой две большие солнечные панели. Да. Вверх и вниз, да? Да. Как корабль из Звездных войн. А то. Ага, а то вдруг мы на что-то. Вдруг куда-то туда улетим. Ребят, вы все нажали, да? Вы все вылетите? Как? Да. Да. Отдыкуй типа на Марс. Ну я нажимаю Fast Forward. Ну все, я нажал 7 на Марс. Месяцев. Да, короче, я не укатал. Не годы. Всего 7 месяцев. Так, а теперь иди и садись на Марс. Где? А вот. Да. Я страшно.
Это выглядит очень круто. Я отстиковался. Через несколько часов. Интересно, что это? Вот это, видите вот эту штуковину, которая слева пристегнута? Это чтобы на землю возвращаться? Наверное, мне вообще как загрузка. Приземление, наверное. А, перемотка вперед. 70 месяцев спустя. Ты как за 3 долетел? Я не говорил 3, я сказал 7 месяцев. Вот долговато. Вот идет приземление. Где у вас идет приземление? Ну, при Марсе. А, на Луну. Нет, на Марс, Карл. Уху, я на Марсе. Так. Рассказывайте, что у вас происходит, делитесь впечатлениями, потому что я пока что просто падаю. Короче, надо было нажать на кнопку подбор. А, понятно. 7 месяцев спустя. А я просто ждал, пока долетим. Ну, ты бы 7 месяцев ждал. Да. Я не смеюсь, в этой игре все буквально. Что-то у меня быстрая перемотка включена, но что-то как-то... Что-то как-то у меня экран загрузит. Как-то не быстро. Так, у меня начался вход в атмосферу Опа. Марса. Опа. И где мы? Привет. Мне больше другое интересно. Когда был выбор полететь на Марс и еще куда-то, куда это? На Луну. Нет. Здорово. О, тут братан, посмотрите. Белый братан. Видите? Анонимус, видишь? Где вы? Что вы? Мы с вами на разных серверах. Блин, мы на разных серверах. Не, посмотри, анонимус, посмотри, это братан. Я вижу. Так, куда нам надо? Ну, хоть на одном сервере начали, то хорошо. Так, ну мы в модуле, а куда нам? Модуль сейчас будет садиться на Марс. Ладно, лягу тогда. А, ну вы внутри такого маленького космического корабля, да? Да. Вот, там будет высадка такая, как лунный модуль, только вот модуль этот полетит не на Луну, а на Марс. Садитесь в этот модуль и начинайте приземление. Хорошо. Буду... Так, кто? Где? Да? На Марсе, да. Блин. О, мы реально висим над Марсом. Сразу вспоминаются все эти фантастические фильмы типа «Красной планеты». Тут колония. Ладно, маска, все получилось? Яблони будут цвести или нет? Мне ачивку дали. Стой. Ай, 5. Трясется. Что трясется? Так, а сколько я буду приземляться? Ну, пока 140 километров. Я кажусь один на Марс. На Марс лечу. Тейков. Народ, я на Марсе. Маленький Поздравляю! Маленький шаг для человека. И большой шаг для робота чувака. Только у меня корабль не зафиксировался. Ну еще мог кто-то сесть, а я один падаю, ну ладно. Я тоже один. Ой, сами на сервере. Народ, тут можно поставить флаг. Круто. Не, мы все на одном сервере, просто, видимо, на разных кораблях полетели. Вот, я теперь вас вижу. Да. Кроме кота. Кота не вижу, а да, вот вас, ребят, вижу. Так. Ух ты, подушка какая-то раздувается. Да, у меня тоже. А это для торможения, наверное. А, это, наверное, щит. А, да, кстати, начинаю гореть сейчас. Ну что ж, Марс освоен. Блин, честно говоря, эта картинка выглядит слишком круто. Возможно, это будет моя следующая превьюшка. Ну, посмотрим. Это будет приземление, когда он... Нет, вы сейчас выйдете из вот этой скорлупки, поставите флаг и отдалите немножечко экран, и вы поймете, о чем я. А у меня высота над уровнем моря. А подскажите, где на Марсе море? Ну, на Марсе же есть вода. А море? Ну, она-то есть там, но...
Марсианское море. Ладно. Так, у меня осталось 27 километров падать. 20. Я иду в колонию. Далековато, но я пойду. 11, 10, 9, что так быстро? Мне так не нравится. Стабилизация, подушка закрылась. Хорошо. Ну. Мне страшно. Блин, народ, вот согласитесь, эта игра умеет подарить офигенные эмоции. Да. Стабилизаторы. И... Да, я приземляю. Я тоже. Давайте. О, я вижу тебя. Где вы? Я вас не вижу сейчас. Я вижу, что-то приземляется, раз... погоди. Я ниже, чем... Это я. Наверное. Я ближе к земле сейчас, у меня всего 40 метров. Вот, я коснулся. Вот, это ты, да? Там. Да. Сейчас, всё. Я иду в твою сторону, погоди. Я понял, оттуда. А сейчас, видите? Ставлю флаг. Да, вот, ты слева от меня. Луноход. Я могу на нем ездить? Так, и что мне тут сделать? Тут колония. На Е или на Q? О, Першин. Движусь в сторону колонии. Собираю образцы почвы. Понял. Да, на это можно ездить. Ребят, я за вами выехал. Или ты нас подберешь? Першин, давай, садись. Меня кто-нибудь заберет? Сейчас, а где ты? Я бегу к какой-то колонии, бегу по выжженной земле. Давай, блин, я тут... Я с вами хочу. Залазь. Тут какой-то второй луноход ездит. Ты сел, нет? Нет, не я вообще. Нет, я не про тебя, я про Першина. Так, погоди. Ты... Нет, за руль, пожалуйста. Сейчас я поеду, посмотрю, чьи это модули. Дорого. Тут носит. Как вылезти? Стой, это вы там проезжаете? Мы... Ну, стой, вот. Это ты? Да, стой, подходи. Берите, бля. А тут... Тут три сиденья? Вроде три. Давай, садись. Я с вами не хочу. А, нет. Я не знаю, куда здесь сесть. Тут два сиденья, черт. Да. Извини, тогда давай подбросим тебя до следующего лунохода. Вон, а вот то что такое? Ну, может, тут на том тоже можно кататься. Надо. Его купить надо. А, он премиум? Ну, в фане 65 тысяч долларов. А у меня ноль, если что. У кого-то завалялось? Я тоже. Мелочь. Вот, да мне и так нормально. Вот это булочка ездит, смотри. Такая же, как у нас. Нам не платить, если свалить на Марс. Чего? Нам не платили, мы решили свалить на Марс. Все, прекрасно, мы можем ехать. Хорошо, чем тут еще можно заняться? Может, так, в лабораторию зайдем? Можно собирать образцы. Я вот, например, стырил оксид железа. Вы это флаги поставили свои? Да. И как открыть? Сейчас, нужно что-то... Depressurize, видишь? Угу. Я почему-то вместо сбора образцов... эмоции... Да. Пустите. О, смотри. Да? Да. Ты нагулялся? Ага. Не, ну без вас не интересно. Я тут один на Луне. Тут сейчас еще и начнется буря. Ой, кстати, насчет бури. Наверное. А как вы туда... Как вы запрыгнули на крышу? Меня подкинуло вообще случайно. Я тоже. Я сейчас опять начинал ударился, меня вообще в космос запустило обратно. Тут же гравитация, да, если что. А я могу снять скафандр? А там человек специально сидит и не открывает или как? Вай, надо сесть быстрее, а то он исчезнет. Дверь закрыть за собой. Сесть. Куда мы дальше едем? Да я даже не знаю, в принципе. Там пирамиды. Где? В сфере, прямо по курсу. Давай, гони за тобой. А как дверь закрыть? Mm? На Е. На Е, например, она закрывается. Закрой дверь. К ней надо подойти, чтобы закрыть сейчас.
Ладно, давайте объедем этот кратер. Закрыли? Да, поехали. Да. Ехай. От первого лица красиво. Да. Рулить, думаю, не будет очень, будет не очень красиво. Марсианский дрифт. Пацаны. Я не могу тебе нанести никакого этого урона, так скажем. В другую сторону колес поверни, в другую. Получилось. Годы игры в GTA сказались. Посмотрите от первого лица вашу кабину. Уже смотрели, очень красиво. Можно ж... Можно pressurize. Это двери закрыть. Ну, они закрыты. Я говорю, Lights. Знаю, а, там есть кнопка flip, прикиньте. Да, я тоже сейчас открыл первое лицо такой. А, да? Кстати, температура в кабине довольно-таки комфортненькая, 21. Вы там успеваете? Да. Я правда не знаю, сможем ли мы доехать. Пирамиду? Да? Мы в пирамиде едем, да? Да. Там есть пирамиды? Да. Ой. Ща, там норм. Там есть пирамиды? Я да. Это пропустил? Да. Мне даже не было показано, что там есть какие-то... Да, это нужно быть это прямо орлиным глазом, чтобы увидеть. Я сам не увидел. Сейчас мы туда будем добираться 45 дней. Хе-хе, я заметил. Так, погнали. На Марсе дорог еще нет. Не знаю, едется комфортнее, чем на многих трассах. Уменьшенная гравитация дает о себе знать. Угу. Сейчас все такие эти поклонники заговоров. А, пирамиды на Марсе. Да. Ребята, вы уверены в том, что это настоящий объект, а не просто часть карты? Узнаем. Ну смотри, я еду, передо мной дистанция прогружается, значит, что правильно? До туда можно доехать. Ребят, вы не забывайте, что эта игра чокнутая по-хорошему. Тут реально планеты, вы реально можете объехать ее вокруг за определенное время. Слыхали, короче, в игре какой-то про космос игроки поставили новый рекорд, исследуя 0,5 сотых, короче, карты. 0,5 сотых карты. Да. Там, по-моему, года два прошло с релиза. Что-то. Много. Разработчики там... такие, ну что, выпускают DLC, да, не подошло 2%. Но пирамида не приближается, карта прогружается, да, но пирамида не приближается. Ребят, вы там говорите, когда обратно форт будет или возвращаться? Мы, наверное, не будем. Да, это долго. Да. Это, во-первых, долго, во-вторых, мне уже как бы пора, и я... Доеду до пирамиды, посмотрю, что там да как, и все. Увидеть Париж и умереть. А я поеду на другую планету. Ну, поеду. Это, мне кажется, пирамида не настоящая. Да, у меня тоже возникает такое ощущение, что мы просто едем... Разработчики, может, просто взяли часть какой-то... Я вам больше скажу, я уверен, что разработчики, они большие поклонники реализма и всякое такое, они сделали это чисто постебаться, чтобы люди ехали и не могли туда доехать. Слушайте, пирамиды стоят больше с того момента, как вы к ним ехали. Больше? Да. Да, они больше становятся, по-моему, приближаемся. Ну, давайте еще немножко резину пожмём. Не, ну ландшафт красивый. Да, но все равно... Но все равно такое ощущение, как будто это как горизонт. А, вправду, смотри, там еще одна прогруженная... Да! Да! Что, такие, да? Классно! Там же, видишь, есть... Походу, да. Еще одна посадочная зона, ну там тоже кусок такой прогруженный, посадочный. А фиг ли вы так быстро поехали? Кто вы? Ну, в смысле ты, ну, в смысле это... Кто вы-то? А? Ты и твой луноход. Ну, я и моя вторая личность. Из скольки? У Чупки спросили, я космонавт Калуш. Он ответил, НАСА. Вот,
В смысле, он не ответил про оленя? То, что это даже неправда. Ну чё? Ну, все еще складывается ощущение, что она как горизонт. Вот-вот-вот, и мне так кажется. Отдаляется по мере приближения. Угу. То есть давайте еще парочку дюн, и думаю, будем закругляться. Не, возможно, я, конечно, просто сейчас чем-нибудь нажму на «В» и пойду мыться, мне когда кажется, вернусь, мы может, доеду. Немножечко эффективнее провести время, исследуя базу марсианскую, чем в погоне за призраками вот этими. По-моему, над нами просто разработчики сидятся. Угу. А зачем ты дверь открыл? Нормально. Случайно, что я не знаю, просто жарко. Не знаю, как открыть. Причем я уже второй наход даже потерял из виду. Едь прямо. Сними скафан. А, нет, стоп, где же еще жарче. Пятьдесят 5 градусов на улице.
Не, я думаю, что на этом тогда будем потихонечку заканчивать. Сейчас на красивом кадре, вот таком вот. Спасибо, что были с нами. Давайте Всем удачи. выйдем, флаги поставим. Я уже поставил, если возле корабля поставил. Я в случае чего, если я доеду все-таки, пока буду мыться, то я тебе в телегу скину видос. Хорошо, потом скинь или видос, или фоточки. А на этом будем заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, поправа. Всем молодушек. И Всем всем покеда. покеда. Всем Всем пока. пока.